может везде, хоть в электричке оприходовал, хоть под кустом, он везде может курицу оприходовать. Вот. А женщина... Но он может тоже мастурбировать, знаешь, это себе потрет-потрет. Это не мастурбировать, это называется... Это нет, это не женская, нет, а это называется не дрючить. Нет, это как-то это... таким словом называется, не дрючить. Да, вот как же это, забыли. У мужчин по-другому, да, называется. Да, как мужик, который сам себя он, перед камерой, как это называется таким словом молодежным? Да, вот есть такое, что мужики... Ну, в армии там, они везде же это, в тюрьме тоже используют. Так что вот. Так что слушайте, бабы, мужики, сидите, нечего глаза в пол. Женщина вам стесняется сказать, а я на лекциях была и знаю. Мужика анонизм называется. Анонизм. Не анонизм. По-моему, анонизм. Ну не дрючить, когда он сам себя, это не дрючить, это другое слово. Анонисты. Вот они ходят там, раздеваются. Или анонисты, это когда он показывает. Анонисты. И это все тут, чтобы с ума сходили. Как они? Дрочит. Дрочит. Вот это молодежное слово, он дрочит. Сейчас говорят, мужиков нет. Парни, денег у них ни хрена нет, а им расслабуху надо это. Они дрочат перед этим, поставят картинку, порнушку. Вот, и дрочат там. Он надрочил, он уже опустошил все это, он спокойно может заниматься наукой или чем туда-сюда.